силовой 155 лошадиных сил. Механическая коробка передач, передний привод машины 1996 года выпуска. Салон, деревянный руль от 166 Альфа и залакирован в черный цвет а-ля Black Piano. Блок управления климат-контроля от рестайлинговой версии, колодцы воздуховода рестайль. Колодцы спидометра и тахометра, также рестайль. Заменим кожух рулевой колонки. Решил разобраться с климатом, ведь после замены вентилятора работает только четвертый режим. Диагностика, результат. Регулятор пошел по писе. Новый не купишь, снят с производства, бушный тоже стремно брать, ибо может быть такой же. Но электрик у нас опытный, хитрый, он его на Е обманул, теперь все отлично функционирует. Но и на этом не остановились. Заменили неработающие лапы почки подсветки. Смыл красивый серый цвет. Оказывается, она красная. Кондиционер заправил, резинку глушителя порванную замени, новые амортизаторы багажника поставил. После долгих раздумий решил делать капитальный ремонт всего автомобиля. Некоторые части уехали на пескоструй, а затем в малярку, а некоторые взял домой.
пришлось ему поддаться и приобрести комплект Brembo от GTV3.0V6. Нужно только перекрасить в классический красный и наклейку оригинальную присобачить. Решил слегка обновить. Но не нравятся мне оранжевые повторители, не нравится. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.